Резню бензопилой и снежный буран устроили сегодня в городе коммунальные службы. Бороться с обильным снегопадом и готовиться к наступающим праздникам. Наша съемочная группа оказалась в гуще событий. Безжалостно уборочная техника к снегу. После выпавших осадков нужно расчистить городские улицы. И вот, например, Жукова уже обзавелась еще одной полосой. В сегодняшнюю ночь отработано 169 единиц техники на дороге. Вывезено снега более 4000 кубических метров снега и более 1300 тонн песко-соляной смеси за эти сутки было распределено на проезжую часть. А впереди праздники. День защитника Отечества и эстафета паралимпийского огня. Техника в ближайшие дни будет буквально ночевать на дорогах. Также тщательно к праздникам готовят и места, где будут проводиться массовые мероприятия. Например, уже до тротуарной плитки вычистили сквер имени Карбышева и территорию у памятника Жукову. Снег с памятника Жукову убирают девушки. Руководит этой небольшой армией Наталья Томачкова. Убрать мусор, очистить от снега, сколоть наледь. В эти предпраздничные дни работают с 7 утра. В данный момент вывезено уже более 500 кубов с двух скверов снега. В течение 3 дней мы это производили. С 10 февраля мы начали уже скол наледи, очистка ступеней, прометание. Удаление снежных масс, естественно, с дорожек, с тротуаров. Причем делают все аккуратно, чтобы не треснула тротуарная плитка или гранитные ступени. Нещадно спиливают старые сломанные ветки. Такую обрезку называют санитарной. И уже весной зеленые деревья будут выглядеть аккуратными и ухоженными. Свою посильную помощь в подготовке к праздникам внесли Денис Ионас и Андрей Кузьмин. Антенна 7.